Добрый день! Как почистить сосуды без таблеток? С каждым годом увеличивается риск инфаркта или инсульта по причине развития атеросклероза. В возрасте 20-25 лет эта болезнь не проявляет свои симптомы. Однако постепенно происходит заполнение кровеносных сосудов жировыми бляшками, полная закупорка которых может привести к летальному исходу. Сердечные боли, аритмия проявляются у мужчин в возрасте 40 лет, а у женщин – 50 лет. Закупорка сосудов происходит в связи с переизбытком холестерина и соединения кальция с фосфором, которые, в свою очередь, вызывают кальциноз. Если у вас повышенный холестерин, необходимо назначение врачом препаратов, понижающих его уровень, а также специальная диета. Не стоит медлить и отказываться от лечения. Мы расскажем вам о витаминах и продуктах, которые содержат полезные вещества для снижения холестерина. Витамины D и К2. От витамина D зависит фермент, который отвечает за содержание фосфатов в крови. Витамином D богаты жирная рыба и икра, кисломолочные продукты, сыр и сливочное масло. Витамин К2 мешает вымыванию кальция из костей и останавливает закупорку им сосудов. Содержится он в сырах, кисломолочных продуктах, овощах, фруктах и зелени. Цинк и магний. Цинк, так же как и витамин D, влияет на регулирование фосфатов в крови. Содержится в морепродуктах, шпинате, семенах тыквы и кешью. Магний связывает фосфаты и мешает их оседанию на стенке сосудов. Богаты магнием гречка, овес, грецкие и бобовые орехи. Проявляйте заботу о себе и будьте здоровы!